И всем привет, ребят, с мистером Майк, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен все тому же самому вкуснейшему устройству новому на Страйкер. Сегодня вместе с вами мы скатаем на Страйкере с Гидрой в режиме Джиггернаута и посмотрим, как это устройство работает там, насколько оно эффективно и насколько жестко можно разваливать Джаггера с этим 20-ракетным устройством в залпе. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддержать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мой личный тег TagTeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного устройства, то наконец-таки оно появилось у меня на специальном аккаунте. Мы берем комбинацию, которая, ну, наверное, максимально эффективна должна быть. Это Ареса Страйкер с кризисом. И по резам, в принципе, можно даже взять резист от самого себя, взять резист от Страйкера, чтобы, если что, меня жестко никто не мог зареспить. Так, гидру я одел. Нет, гидру я не одел. Одеваю гидру. Ну и пикаю в Джиггернаута. Будем смотреть, как будет показывать себя эта замечательная комбина в этом режиме. И я очень сильно надеюсь на то, что мне хватит урона, чтобы контентово заваншотить вражеского Джиггернаута. Ну и вообще проверим, да, насколько эта вся тема будет эффективна против Джаггера, насколько большое количество урона будет влетать с фулл сводки, с 20 выстрелов. И вообще, как это будет дело работать, да, потому что сводка у нас довольно быстрая, и потом там 20-ка в ряд просто так кошмарит противничка. Вчера я скатал на Хоппера Страйкере в обычную матчмейкинговую катку, как первый обзор, как первый тест. Ну и там было тоже очень-очень неплохо. Ну и, в принципе, я думаю, что это устройство можно со всякими разными комбинациями тоже тестировать, обозревать. Если вам это нравится, если вы хотите это увидеть, то, конечно же, проявляем активность. Ну и не забываем, что у нас 300 лайков означает покупку 300 контейнеров ультра, чтобы стараться выбивать это самое устройство на мой основной аккаунт. Поэтому лайкозавры собираем, обязательно прожимаем. Все видеоролики, которые посвящены гидре, если набираю 300 лайков видос, то я сразу же покупочку оформляю. Поэтому для вас это тоже может быть дополнительная мотивация втушить контентика. Так, ну а мы ждем Джаггера. Запикиваемся на неплохую катку. Так, и будем смотреть, где тут у нас Джаггернаут распутится. Оу, сосулечку мне сразу. Сразу сосулечку мне в голову выписывают. Понял, принял, обработал. Обработал информационочку. Так, ничего себе у нас. А, это Джаггернаут. Я уж подумал, что у нас тоже 20-ступенчатое устройство здесь в команде есть. Так, ну и Свадейлу. Свадейлу надо, Свадейлу, Свадейлу надо по Джаггернаутику. Так. Меня тут уже накидывают, не дают мне пока что доехать до Джаггера, поэтому надо взбодрилову вот такую, может быть, сначала сделать с переводочкой по другому оппонентику, чтобы мне тут дали уже пространство на Джиггернаута вражеского, чтобы я уже мог в тушеночку немножечко бэмсануть. Поэтому сейчас быстренько что-то попытаемся. Наша задача просто доехать до Джаггера, а дальше я ему уже фулл свадейлу эту в голову как выпишу. Там уже, я думаю, что будет вкусняшка залетать жесткая. Поэтому главное просто доехать до как раз-таки вражеского Джаггернаута. Так, все, мы доезжаем. Свадейла полетела. Хорошенькая, хорошенькая. Там даже хп у него маловато было. Мы быстренько его унесли. Первый Джаггернаутик есть. Первое баблицо есть. Так, сразу газовочку на второго. Сразу газик на второго. Как же это больно! Как же это больно! Почти с одной свадейлы я могу слить Джаггера. А если с одной не сливаю, то на вторую добавкинса даю. И он 100% железно улетает на респаун. Как же это, мать его, жестко!
Офигеть, сколько там урона, просто по полторушке стыки залетает, боже, какая это грязючка. Не, это идеальное устройство против Джаггера, просто идеальнейшее устройство против Джаггера. И я, честно говоря, очень-очень сильно хотел бы, чтобы у меня такое устройство было как раз-таки против Джаггера на основном аккаунте. Ох, боже, какую можно грязь с этим устройством раздавать. Да, это просто Джаггер, ну, невозможно ему жить. Это вот как старый Уран, только здесь новая двадцатка грязи. Жесть, очень жестко. Так, мы даем овердрайвик, вот такой вот, на разгончик. На разгончик даем OD. Дальше влетаем в Джаггер Васю. Мне залетает восьмерик, а я на добавке с раскрутки даю пятнашку выстрелов по вражескому Джаггеру. Он пока в подсейве стоит и его лечат тиммейты, но в принципе ничего такого сверхстрашного в этом нету. Переводимся с одного, переводимся на второго. Так, ну и нам надо как-то Джаггера выпушить. У нас счет 2-2. Счетик 2-2. Так, гауссы меня накидывают. Гауссы и шафтецкие мне там накидывают. От шафта давайте резист возьмем. Возьмем от шафтулечки резист. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Так, ну и теперь можно фулл свадейла в упоре. Здесь взбодрилову такую сделаем. Диктатор аж офигел от того, сколько ему урона просто в упоре влетело. Так, и Джаггернаут решил открываться. Решил открываться. Как бы это сейчас с Джаггер Васей-то злую шуточку не сыграло. Так, нет, все-таки он решил убежать уже. Правильно, я бы на его месте тоже убежал бы. Так, Шарелла мне просто в голову. И лаг сервера. Шарелла в голову и лаг сервера. Нормально, в тайминг просто. Так, ну мне надо как-то пробовать сливать. Как-то пробовать сливать мне все, весь этот контактик. Джаггернаут наш умирает, а не противника. Плохо. Если честно, плохо. Так, о, а вот сейчас. А вот сейчас под движуху хорошую. Так, чуть-чуть подсейвимся. Чуть-чуть подсейвимся, аптечку прожимаем. Так, ну и у кого сильнее сводка? Вот в чем вопрос. Не, ну сводка у меня точно сильнее, чем у Джаггернаута. То есть Джаггернаута сводка слабее устройства на страйкер. Вы понимаете, да? Что это значит? Против этого, ну, в моем понимании Джаггер просто мясо. Просто фуловое мясо против этого устройства. Да, то есть если я доезжаю до Джаггернаута, то мой танк сильнее, чем танк Джаггернаута. Вы понимаете, да, как это работает? Просто жесткую свадейлочку оформляем. И даже под ДАшкой просто пол ХП у Джаггера смело улетает. Наш тиммейт врывается в Джаггера и уносит его. Шикарно, просто шикарно. 4-3 уже ведем. Так, где у нас Джаггер? Где у нас Джаггер? Где у нас Джаггер? Не вижу пока что Джаггернаута. Не вижу пока что вражеского Джаггера. Мне свадейлу... сводянку, нагибанку накидывают. Так, ну и у нас Джаггер Васечка справа. У нас, кстати, тоже в команде есть на гидре чел. Тоже чел на гидре. Соответственно, устройства тоже падают. Я не знаю, сколько у нас там халявных контейнеров есть с супермиссий. Но я бы очень сильно хотел бы, чтобы у меня, ну хоть, не знаю, там шансик какой-то минимальный был на то, чтобы выбить это замечательное устройство из халявных контейнеров. Так, 7 минут у нас остается до конца. 4-4 счет. Пока что вот единственная только лишь проблема, в моем понимании, это то, что я, когда свожу Джаггера в Джаггера, его никто не трогает, то он просто ловит тайминг и дает мне свадейлу в этот же самый момент, и я не могу, например, переключиться на ДДшку. Да, то есть, если бы я бы раньше мог бы просто взять переключалову на ДД, сделать вкусненькую контентовую, то сейчас у меня, например, против такого Джаггера нет возможности переключения на ДДшку, чтобы его как раз таки унести, потому что он просто сводку в обратку дает. А так, если один в один смотреть с ДДшки под кризисом, ой боже, там такой урон залетает по этому Джаггеру, он просто мясной. Просто фул мясной. Так, сейчас вот здесь право продвигнусь, то будет идеальная позиция для фул свадейлы. И Джаггер меня не видит. Ой-ой-ой, он меня не видит. А, нет, увидел. Увидел, я уже думал, не видит. Так, ну мы влетаем в него, влетаем. Влеталову делаем. Он мне OD-шечку жмет и в упор жмется.
а мы ему фулл с водянку. Но вот и резист, кстати, здесь очень неплохо спасает меня в этом плане. Так, овердрайв выбили. Осталось теперь только долететь и накидочку плотненькую еще воткнуть. Единственная вот проблема, это только когда никто не смотрит в Джаггера, тогда немножко в моменте тяжеловато его сливать. Да, то есть если никто не из тиммейтов не помогает, а противники наоборот. О, хорошая вкусняшка, вкусняшечка. Пол хп точно смело, десятка улетела. Десяточка смелая улетела. Так, но наша задача... Наша задача сейчас еще врывалову сделать. Врывалову плотную сделать. Мне надо Оуди. Вот этот вот вкусненький Оудис. Здесь бы еще бы, знаете, чуть по открытию позиции были бы у Джаггернаута. И можно было бы тогда вообще грязючку полную накидывать. Так, Джаггер открывается. Да, открывается шикарно. И фулл с водянка. И фулл с водейла. И фулл с водейла. Просто как же вкусно залетает. Как же вкусно залетает. Да, его там чуть хилят. Чуть-чуть саппортят. Так, мы можем, в принципе, сейчас, наверное, какую-нибудь шареллу распушить. Попробовать. Либо просто запушить. Запушить, запушить, запушить. Давайте пушинг, 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 пушинг. Пушинг, 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 пушинг. Видит ли меня Джаггер? Нет, не видит меня Джаггер. Шикарный Оудис от тиммейта. И фулл с водейла вкусная в головешечку. Добавкинса сверху под Оуди. И фулл с водянку. Еще одну добавочную. Ай-яй-яй-яй, убегает. И здесь сосулендра уже влетает мне в головешку. Но здесь, конечно, супер большое количество противников играет под то, чтобы подсейвить своего Джаггера. Но даже с такими подсейвами, насколько же плотно залетает. А если под диктатором Оудиком дать еще под критами, то там вообще котлета должна супер жесткая залетать. Или как это работает? По идее, да. По идее, у меня там вообще котлетка должна быть супер вкусненькая под залетинг. Поэтому, ну я не знаю, ребяточки. Мне, в моем понимании, это просто мега крутое устройство против Джаггера. Да, в моменте, конечно, если противник сейвится, то вы как бы любым вооружением его не сольете. Но здесь это выглядит как минимум очень-очень вкусненько. В плане вашей реализации двадцатка этих выстрелов — это прям контент. Это прям вкусненький контентик. Так, пробуем сводянку оформлять по Джаггеру. Фулл сводянку, но меня здесь в очередной раз сливают. В очередной раз урабатывают. Три минутки у нас остается еще до конца. Попробуем сейчас через какой-нибудь подпушинг зонки сыграть вкусненький, вкусненький подпушинг зоночки. Так, летим через право. Летим через право. И мне сосулечка уже. Противник, наверное, сейчас не дает мне сосулю. Сливают так. И тиммейты, тиммейты саппортинга какого-то под Джаггера, под Сливалову. У нас Джаггернауты уже все сливаются сами по себе. И здесь, конечно, в этом плане немножечко невкусненько получается. А я лечу, 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 лечу. Оп, титан купол. Так, и Джаггер что делает? Джаггер, может быть, дальше хочет подпушить. Так, жига мне в спине попадается. Оп, ай-яй-яй-яй-яй, я думал, он не смотрит. Я думал, он не смотрит. Чуть-чуть по таймингу не раскрутил я котлету свою вкусную. А могло бы быть очень-очень приятненько. Так, Джаггернаут уже перекатывает с одной зоны на другую. Вот именно на таких моментах мы его можем поймать. И можем ему вкусняшку здесь вдарить. Так, есть контактик. Есть контактик. Ловим. Ай-яй-яй, себя слил. Супер лоу, на ваншот, на ваншот, на ваншот. И никто не добивает. Боже, у него просто ноль. Там сводянка летит не в него. Ай, анлаки. Анлаки, какие же анлаки. И мне просто жига еще с водейлу хочет дать. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Ай, хорошо, есть контактичек. Вкусненько. Так, теперь мы от стеночки можем вот этого типона набрить. Теперь вот этого набрить. Так, и теперь вот этого тоже мы можем набрить. Вот этот мне... Ага, сводка в сводку обратку. У него чуть побыстрее. Все-таки у меня перезарядка была. Немножечко не успел раскрутить. Так, минута до конца. Ну, еще одного хотя бы Джаггера успеть слить будет уже неплохо. Будет уже неплохо. Мне очень сильно нравится вот это устройство. Не знаю. Вот оно прям вот по своей механике мне очень сильно импонирует. И, честно, у меня лично, например, есть...
огромнейшее желание играть на подобного рода устройствах. Да, то есть в этом плане выглядит она просто очень круто. Блин, подавление, конечно, мне накинули очень не вовремя. Соответственно, я не смог раздаться. Не смог затушить контентика. Так, ну и у нас остается чуть-чуть еще время. Чуть-чуть времечко. На такую вот, например, шарелочку чуть-чуть время у нас есть. Так, даем шареллу, играем сами под нее же. И теперь фул свадейлу. И теперь фул сводяночку хорошую по джаггернаутику раздаем. И есть контактичек. Ну и хоть мы сливаем эту катку, я считаю, что эта комбинация 100% сильнее любого джаггернаута один в один. В контактик можно очень жестко раздавать. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства против джаггернаута. Обязательно поддержите данный видос лайком. Напоминаю, что 300 лайков равно покупочка 300 ультраконтейнеров и оформление супер жесткого контентика. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на канал, участвовать в розыгрыше и подписываться на тележечку, где есть вся информация по стримам, ну и весь лайв замечательный контентик. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.